дождались второй важной отметки – старта сезона охота. Основное место действия – спутанные берега и город грез. Основные действующие лица – паук и ворон. Кстати, ставьте лайк под видео, если хотите небольшой ролик о том, как судьба покидала принца Ульдрана от тронных залов, до роли стража шестерки на побегушках у барона падших. В первый день нам дали пройти коротенькое сюжетное поручение, а затем познакомились с новой сезонной фармактивностью под названием «Охота на гневорожденных». Вот о том, как она устроена, мы и поговорим в этом ролике. Итак, после того, как вы запустили миссию на Луне, посмотрели ролик и оказались в логове паука, вас пригласит к себе ворон. Он расскажет о том, что бороться с угрозой Зивуарат мы будем с помощью специальных ловушек и попросит их зарядить. Берете устройство на столе рядом с ним, это и есть та самая приманка. Для тех, кто в игре не новенький, аналогия – это как чаша из паноптикума. В приманке вы настраиваете ячейки с модами, после чего, исходя из выбранной комбинации, лутаете награду. Чтобы в первый раз зарядить приманку, вам предложат отправиться в налеты, гамбит или горнило. Отследить уровень ее заряда можно, наведя курсором на предмет. Обратите внимание, что зарядов может быть максимум 3, а шкала процентов отображает более точную информацию о состоянии заряда. Проще говоря, для 3 зарядов вам нужно 3 заполнить шкалу до 100%, ну а один такой целый заряд из 3 позволит вам один раз использовать ловушку и пройти активность на добычу. Так что отправляйтесь заряжать. Ну, как и где это сделать быстрее? В налетах, потому что тут прогресс заряда зависит от количества убитых вами боссов. Запускаете налет Озера Теней на ЕДЗ, бежите в затерянный сектор Путь Вдовы и убиваете 3 мобов, 2 жестянки и босса капитана. Выбегаете назад и возвращаетесь. За один такой забег в сектор вам будет добавляться примерно по 30% к прогрессу. Зарядили приманку один раз, и ваш этап квеста обновится. Ее нужно настроить и активировать. Для этого нажмите на нее правой клавишей мыши или кнопкой треугольник, если вы играете на геймпаде. Вставьте любые моды в ячейки. Это ознакомительный квест, так что неважно какие. После этого начнется сама охота. Чтобы начать выслеживание добычи, отправляйтесь на спутанные берега и ищите криптолит улья. Вонзайте в него ловушку, после этого появится босс, и как только вы внесете в него весь урон и ему останется совсем немного, он от вас сбежит, а на земле вы увидите зеленый тянущийся след. По этому следу нам и предстоит преследовать монстра. Если вы делаете поручение в команде, то след может видеть только командир группы. В конце следа вас ожидает специальный релик, который перенесет вас на арену с боссом. Сражаетесь с ним, убиваете и получаете награду. После возвращаетесь к ворону, ознакомительный квест пройден. По сути, все, что вы будете делать дальше, вот так и выглядит. Заряжаете ловушки, ставите нужные моды и получаете лут после выслеживания гневорожденного. У ворона есть своя система прокачки с бонусами за поднятие рангов. Например, на увеличение количества выпадающих разведданных. Это, собственно, тот самый материал, за который вы и качаете ранги. Тут же можно купить некоторые моды приманок для настройки конкретных наград. На них давайте остановимся подробнее. Когда вы будете настраивать свою приманку, вам нужно будет расставить 3 слота модификаторов. В первую ячейку вы ставите модификатор жертвы. В зависимости от выбранного мода у вас будет меняться монстр, на которого вы охотитесь, и, следовательно, награда, оружие, броня или разведданные.
Во второй и третьей ячейке настраиваются свойства награды. Например, можно ограничить набор перков, которые вам потенциально выпадут на наградном оружии, или выбрать абсолют. Видите, говорю же, чаша из паноптикума. После полной настройки вам высветится указание о том, где нужно искать скриптонит. Сейчас он может быть на двух локациях. В городе грез или на спутанных берегах. Возможно, чуть дальше по сезону нас отправят и в другие уголки системы. Обратите еще внимание на то, что только две первые награды за охоту будут давать вам мощную по силе награду, а для рубежа ворона нужно выследить по 5 тварей на каждом персонаже, за что он выдаст вам не только легендарную шмотку, но и горсть модов для приманки. В общем-то, на этом все. Как видите, активность довольно банальная, простая. Но блин, сделано любопытно, этот поиск добычи по следу меня пока что увлекает. Посмотрим, насколько будет в этом смысл и интерес дальше, и главное, какие пушки мы сможем принести с охоты и потом, чтобы ими пользоваться. Пока что гранатомет вот неплохой, но о наградах поговорим чуть позже. А теперь посмотри ссылки под видео, там наша группа ВКонтакте со всеми новостями, ссылка на наш Дискорд, где ты можешь пообщаться или найти себе команду. Ну и конечно, не забудь подписаться на канал, поставить лайк, если хочешь рассказ про ворона. А на этом у меня все. До связи.